Яркие премьеры, акции, выставки, встречи с любимыми артистами, фестивали и открытия. 2019-й в России объявлен годом театра. Это значит, зрителей и самих служителей Мельпомены ждет много интересных событий. Так, например, уже 5 января в Киржаче откроется первый частный детский театр. Его построил местный меценат. Кстати, гастрольная деятельность наших театров, она в этом году будет построена так, чтобы все-таки год театра, как некий особый год, почувствовали во всех городах и районах области. Важным для нас остается и дальнейшее улучшение условий работы в наших театрах. Обо всем, что планируют во Владимирской области, можно узнать на сайте Департамента культуры. К слову, первые сюрпризы для поклонников драматического искусства начались уже сейчас. Накануне в областном театре кукол прошел творческий вечер знаменитого артиста, писателя и режиссера Вениамина Смехова. Увидеть людей, которые не под давлением, а от всей души встают и пешком стоят долгое время, аплодируя. Может быть, так принято во Владимире со всеми. Но каждый раз актеру кажется, что это он сам виноват в этом. К открытию года театра областная драма подготовила для зрителей необычное представление. Влюбленные в театр – праздничный ноктюрн. Спектакль представляет собой синтез разнообразных жанров – от оперы и балетных постановок до драматического искусства и театра кукол. Наряду с владимирскими артистами в постановке участвует знаменитый оперный певец Владислав Пивко, артисты театра и кино Евгения Симонова и Вениамин Смехов, а солисты балета из Санкт-Петербурга исполнят сразу две партии. Первый номер – это «Падеде» из балета «Корсар». Второй номер – это прощание римского раба, героя Спартака со своей возлюбленной. Народная артистка России Евгения Симонова – частый гость в нашем городе. Признается, что приглашение от нашего драмтеатра всегда старается принимать, несмотря на плотный график. Задача театра – выпускать хорошие спектакли, чтобы они были профессиональные, на высоком уровне, чтобы они были разные, чтобы это были легкие спектакли и глубокие, серьезные спектакли. В год театра в нашей области планируют провести целых 5 фестивалей. Среди них как традиционные, так и новые. К примеру, в марте областной театр кукол откроет первый международный фестиваль бэби-спектаклей театров кукол «Малышок». Возникла необходимость собрать у нас гостей, собрать тех, кто занимается бэби-спектаклями, самыми маленькими, для детей от 0 лет, от 1,5 лет. В год театра именно в апреле в областном театре драмы впервые пройдет фестиваль Международного союза театральных фестивалей «Театр территории единения». Владимирцев будут радовать лучшими постановками из России и ближнего зарубежья. Кроме того, в программе фестиваля мы покажем еще 3 маленьких спектакля. Актер из Германии, наш моноспектакль необычный, не на традиционной театральной площадке, и моноспектакль из Армении. Неотъемлемая часть нашего репертуара и нашей жизни, чтобы мы не варились в собственном соку. Ждут зрителей и новые спектакли. На сцене поставят необычную пьесу – музыкальную фантасмагорию о любви и творчестве от актера Александра Мягченкова и певца Владислава Пьевко. Что такое жизнь вообще? Это отношения, либо плохие, либо очень хорошие, двух полов. Мужчина и женщина. Через, я считаю, прекраснейшие чувства, которое называется «Любовь». Кроме того, в год театра планируют провести встречи школьников с известными артистами, вечера памяти уже ушедших звезд сцены. Особое внимание уделят также поддержке любительских театральных коллективов. Никита Каргаев, Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал.